Здравствуйте, мои дорогие! А мы продолжаем знакомиться с нашими девочками. Пока только с девочками. Как-то мальчики туго идут. Вот представляю вам Галину. Она живет на 3 дома. В Мурманске, в Армавире и в Краснодаре. И при этом посмотрите, сколько у нее питомцев. И какие милые-то все. Ой, какая прелесть. Кешенька, Кеша, мальчик мой, кто такой родной? Кто это у меня такой родной? Кто? А чего ты замолчал? Не хочешь со мной разговаривать, Кеш? Поговори со мной. Кешуль, Кеша красавец, Кеша умница, Кеша прилежная птица, да? Вот такой красавчик у нас живет. Вот такая вот птица, говорлица. А почему ты молчишь? А чего молчит мой малыш? Не хочет разговаривать, да? Не хочет никак. Как-то не очень приятно, да? Хотя солнышко светит, тепло очень. А посмотри, а здесь бассейн для Арчи. Арчи? Арчи, где у меня Арчи? Ну-ка, иди сюда. Вот Арчи наш. Вот наш Арчи. Любимка ты моя, да. Да, моя любимка. Ну вот, так доброе утро и начинается. Приятных мелочей. Вот, и еще у них есть овчарка огромная и несколько кошечек дворовых. Вот такие вот молодцы. Дай Бог вам здоровья за животинок, за этих. Леночка Шинкаренко прислала мне замечательную пару, которые прогуливаются по берегу моря. Это вот живет в Риге или в Юрмале, я не поняла. Вот такая пожилая пара. Они даже есть в ТикТоке, во всем белом. Люди в возрасте прогуливаются. Ну так вообще. Ой, ну ой, как красиво. И еще она прислала видео и фото тортов, которые делает ее сестра Наташа. Наташа в 58 лет поменяла свою жизнь. Пошла учиться в престижную школу кондитеров в Риге. И теперь она кондитер. Сейчас ей 61 год. И она вот делает вот такие шедевры. Какая умница! Никогда не поздно начать новую жизнь на самом деле. Я вот преклоняюсь перед такими людьми. Спасибо, Леночка, спасибо.
Леночка Цветкова из Уфы, Башкирия, прислала мне видео. У них проходило праздник фольклора. Хоровод, который попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самый большой хоровод из людей разных национальностей. И там и черненькие, и беленькие, и всякие, короче, кого только нет. Спасибо, Леночка, большое. Я еще такого не видела. Леночка написала мне, что это, оказывается, фольклориада. Ну, не могу выговорить почему-то. Уже проходила в 6-й раз, но первый раз в России. И что было очень грандиозно, я ей верю. Во всяком случае, мне было очень интересно посмотреть. Вот, ну на этом пока все. Видео я делаю короткие, потому что длинно может быть неинтересно. А коротенькие, мне кажется, более интересны. Спасибо всем за внимание. И присылайте свои видео, девочки. Только единственное, я вас очень прошу, там, где музыка, нельзя мне выкладывать. Так что лучше снимайте сами, и там, где нет музыки. С этим, конечно, на Ютубе проблема большая.